Против строительства вышки сотовой связи, причем прямо в центре деревни Аликаново, что в Рязанском районе, местные жители выступали еще в прошлом году. На сельском сходе они собрали более 150 подписей и отнесли коллективную жалобу главе Рязанского района, который постановил прекратить строительство вышки. Люди, уверенные в своей победе и торжестве справедливости, успокоились. Однако спустя примерно полгода рабочие появились в центре деревни вновь и стали в спешном порядке монтировать металлические опоры. Мы не раз обращались к Ходиной, к Пронькину и в областную администрацию, где нас заверяли, что нигде вышки в Аликанове не будет. Будет ей место дано где-то за селом. Растет деревня, возрастает. И дай бог ей, вот именно хотим мы здесь и площадки строить, все для детей. И вдруг площадка. Зачем? В Мурмино построили, рядом. Еще-то нам зачем? Ну, проще три штуки. Там вот у меня вопрос, зачем? Местные жители уже устали задавать друг другу подобные вопросы. Они совершенно не понимают, почему постановление о запрете строительства вышки так бесцеремонно игнорируется. Почему именно это место? Почему мнение людей вот не считаются? Почему вопросы вот именно на местном уровне не решаются? Неужели все вопросы решаются только так вот на уровне президента и председателя правительства? Почему такая нечеловеческая ненависть коренным жителям Аликанова? Жители деревни Аликанова настроены решительно. Они не собираются сдаваться, а будут бороться и дальше.